Нурбек пришел. Смотрим разминочку, тренировочку Нурбека и Сергея. И все внимание на технику, все внимание на технику. Нурбек уникальный топ справа, уникальнейший. Продолжение следует...
Ветер сильный, корректировку вносит, но ничего, тренинг. А лучше в зале будут играть. Таня, твой любимый запил от Нурбека, смотри. Вот. Нурбек, смотри. Ветер, 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 ветер. Леш, а? С очком собирать все. Надо досочки вот на ребро, как в этом самом Пускова. Хотя бы. Хотела красиво, элегантно, Нурбек. Бах, бах. Олег Петрович появился. Сейчас он предъявит права на Нурбека. Скажет, я хочу с ним играть. Олег Петрович, добрый день. Нурбек, а с Сергеем на циферке не сыграете нам? Ветер перестанет, сыграем. Понял, будем ждать, когда перестанет ветер. В мягкой форме нам Нурбек отказал. Ветер может и не перестать. А усилиться еще будет. Смотри, какой, как, видишь, что он делает слева? Вот, ты видишь, какая резкость? Смотри, так, ураган, просто ураган. Видишь что? Ну, они сброс делают. Ну, как, с какой скоростью, какое ускорение? Ну, что тут? Вот это и справа так же. Скидка. И справа, наверное, не скидка, это скрутка. Скрутка. Ну, Тань, видишь, какое ускорение? Видишь, Нурбек, что говорит? Спасибо. Я не понимаю, как это. Как это не видишь? Ты неужели не видишь? Обычное. Ну, необычное, вообще необычное. Ну, вот этот, вот слева. Ну, обычная скорость для разминки. Такая она и должна быть. Ух, я не знал, с кем мне приходится иногда играть. Я буду знать. А Таня, это звучит, это обычное. Вот это вот то, что делает сейчас Нурбек, да необычное. Нормально. Я тебе про технику вот слева удара. Разминку. Вот, вот я про это. Смотри, какой тут. Ну, если тебе будет подавать все время на ракету, прям четко. У тебя такая резкость сразу появится. Она и есть. Мы подойдем к Рубеку поближе, посмотрим на эту на работу слева. Не боковой вернул, да? Головой понимаю, руками нет. Хочется. Чил? Слушай, это было чисто случайно, я просто ракетку не успел убрать.
Алексей, можно вас чуть-чуть? Да, я с радостью. Вы так, нормально? Вы начёт что ли начали? А, нет, у меня не... Вы, если начнете, предупредите меня. Если ветер остановится. Старый, Олег Петрович, а хоть какой-то...
Надо поставить. Лёха, обыграл ты? Там в целом, там все нормально. Как издевает. Идеальная погода.